Ур, привет, друзья, с вами Зверько. И как я и обещал в прошлом видео, сейчас расскажу о новом тренировочном режиме. Вот мы видим режим практики и заходим туда. Нам предлагают выбрать персонажа для практики, а также установить ему эмблемы и выбрать билд. То же самое мы можем сделать для компьютерного противника. Появляемся в середине карты, на нулевой секунде, и сразу замечаем новую кнопку слева экрана. Это опции практики. Здесь мы можем повысить уровень персонажу, скинуть уровни, поставить максимальный 15 левел сразу. Нажав кнопку «Максимум золота», мы сразу получаем 2000 голды в карман. Я ради проверки добавил золото противнику, но тот не очень спешит закупать предметы. Также мы можем активировать отмену перезарядки навыков, и КД навыков будет примерно секунда. Также можем включить режим бога и понаблюдать прирост урона от нахождения под башнями. Все это мы можем выбрать и для оппонента, сделав его бессмертным и тестировать наносимый урон. Мне нравится то, что противник закупает предметы по моему билду. А чтобы противник не убегал, мы можем отключить его интеллект, и враг будет стоять на месте. Опции призыва. Можем призвать нормального бота. Призовется Лейла, которая будет стоять на месте. Оживить ее не удается. Можем призвать патрульного бота, но кажется, ему путь еще не прописали. Поэтому Лейла бегает по треугольнику рядом с крабом. Также есть возможность призвать дружественную пассивную Лейлу. И последняя опция – убрать ботов. Управление крипами. Нажав Close Lane, мы отключим появление крипов, которые идут только по миду. А случайно нажав Leave, закончим бой. Есть еще кнопка «Крипы». Этой кнопкой мы возрождаем лесных мобов. Я очень рассчитываю, что разработчики будут развивать этот режим и можно будет тестировать сборки против живого противника. Но даже имея то, что имеем, некоторые тесты становятся проще проводить. На этом все. Пишите в комментарии свои впечатления от режима. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!